Кумертау всегда славится своими высокими снежными сугробами. Провести их в оригинальный, красивый вид смогли художники города. Красочные цветы, поздравления с 8 марта заставили улыбаться наших привлекательных женщин. Очень понравилось, очень приятно. Не только приятно мне, приятно всем и окружающим. Вообще побольше бы таких профессионалов, наверное, которые это все делают, настолько трогательно. Давно таких моментов не было в нашей жизни. И даже эти нарисованные цветы намного приятнее, чем живые, наверное, на сегодняшний день. Даже, я говорю, ребенок у меня удивился такой красоте. И все-таки все дети, которые говорят устами младенца, глаголит истина, даже ребенок это оценил. Очень приятно, особенно когда вот сейчас завтра 8 марта, как будто бы прям вот такой праздничный день, и кто-то так красиво нарисовал. Очень приятно. Отметили шедевры на снегу и мужчины. Они тоже остались довольными от увиденного, а также поздравили всех женщин с наступающим праздником. Ну, это, кстати, весьма необычно. Я даже сразу внимания не обратил. Еще хотел знать, кто это нарисовал и какими руками сделано. Я сам сделал фоточки, вот тоже у себя выложены странички ВКонтакте. Вот по всем это сделано, наверное, для женщин, их, чтобы они шли и радовались этой красоте весенней. Ну и с наступающим праздником хочется поздравить их всех женщин нашего города с наступающим праздником, пожелать им счастья, здоровья, личной жизни, успехов и всех благ. Многие жители города останавливаются возле этого живописного сугроба, делают селфи и выкладывают в социальные сети. Я тоже решил не остаться в стороне и сделать памятную фотографию. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин. Новости.